Ну, распорядок у нас, режим дня был. Это мы всем вставали, нас зауч с утра идет с этим, с приемником, включит на всю мощность свой приемник, и там раньше физзарядка была, вот, все, физзарядка включается, и мы под эту музыку физзарядку и тоже физзарядку начинаем делать. Раз, два, три. Ну, это все, это мы при школе делали, в коридоре там. Все делаешь, вот, все, бум, потом завтрак, на завтрак там, там картошка с пюре или что там дают на компот, вот это. Все, позавтракаешь, потом учеба начинается. Учеба, потом там полники давали, помню, пирожки были, да, пирожочки, пончики с повидлом. Ну, потом обед, после обеда, то уже разве все упомнишь, да? Ну, все равно, после обеда опять там какой-то сон, надо было отдыхать, спать, там сколько-то часа два или три ты спишь, потом опять тебя вынимают, и все, потом опять, потом там ужин, потом отбой, потом спать, ну, где-то в 9 мы или в 10, что-то уже забыл, когда ложились спать, ну, главное, ложились спать все. Ну, мы, правда, не спали часов до 11, до 12 между собой, разговариваем, базарим, кто что, и мы любили песни постоянно ночью петь. И вот эта наша няня, она любила, как мы песни поем. И мы все хором, мальчишки эти песни ночные пели петь. И она как заслушается, и мы поем. Особенно мы любили песню «Там вдали за рекой загорались огни». Вот эту мы песню пели. Она для нас очень любимая песня была.